Друзья, бревно пытаемся убрать, да? Мешает проезду бревнышко. До точки осталось чуть. Побеждено. Теперь мы можем ехать дальше. Вот так полезно иметь в машине веревку. Так, ребятки, выехали мы на коп сегодня. Хотели попробовать коп в онлайн режиме. К сожалению, интернет затупил, ничего у нас не получилось. О, вышли. Ребята, всем привет! Сегодня решили мы устроить такой вот клайн. Выехали на коп с ночевкой. Что найдем, то покажем обязательно. Связь не очень, поэтому что извинять. Поэтому, если прервется, мы не виноваты. Комарики немножко едят еще, но... Попробуем покопать. Смотрим, в общем. Все, переключаюсь. Ага. Во. Так, прибор отстроили. Снимем вам общий вид местности. Закат вот такой красивый у нас. Вот это ладно. Ну, копали, ну, копали, понятное дело. Вот, а сейчас пробуем копать, пока только гильзы, мусор, ну немножко покопаем, выехали мы с ночевкой, завтра думаем пошурфить, так что думаю, находочки должны быть интересные, все это вы обязательно увидите, так что не переключайтесь, смотрим. Так, друзья, ну походили мы немножко, пока ничего, пока гильзы, завтра будет день, будет пища. А пока гоняем комаров и пытаемся немножко отдохнуть. Костерчик вот такой запалили. Кушать приготовимся. Кушать приготовим. И попытаемся отдохнуть. Завтра уже на коп. Такая, ребята, красота. Луна, звезда. Там летел самолет. Сейчас. Держи, мусор давай пока вот в одно место, слышишь? Да скинем, скинем. А вот тут лица... Костерчик у нас такой. Свет. Сейчас будем стол организовывать. Месяц скрывается за деревья, друзья. А мы еще не поели. Да, мы еще пока не поели. Картошечка готовится на печке. Комарики яички летают. Сварились, комарики летают, костерчик горит, вот так, симпровизировали немножко стол такой. Душевно отдыхаем. Да, душевно отдыхаем. Надежда, огонек. Завтра накопать. Да, вот там палатка стоит, там будем мы ночевать-ушки. Давай подсвечу. А, давай, давай. Палатка там темно. А
Вот там у нас палатка стоит. Будем там ночевать. Переночуем и на коп. Так, друзья, хочу вам рассказать. Вот фонарик приобрел на Алиэкспрессе. Показать вам, как он светит. В принципе, светит нормально. Я думаю, по заброшкам будет хорошо. Удобно, лобково, да? Ну да, удобно. На голову. И бьет вот сейчас. Видно будет? Нет вообще. Вот это он вдаль так светит у нас. Блин, дым от костра. Ну, в общем, до макушек деревьев добивает. О. И там отсвечивает. Короче, неплохой такой фонарик китайский. Так, вот, друзья, такой фонарик у нас китайский. Пришел посылка, распаковку не снимал, что-то как-то. Но это в видео решил показать. Ссылка будет под видео в описании внизу. Так что смотрим. На аккумуляторах. Вот здесь подзаряжается. Наверное, аккумуляторы можно менять при желании. Вот два болтика есть. Так что неплохой фонарик для копа, для ночного и для чердачного. Так, ребята, 11 июня был у меня день рождения. Вот решили сегодня отметить вот такой вот медовухой. В таких брутальных кружках. Так, ну, ваше здоровье. Ребята, всем доброе утро. Залезли в такие москитки, потому что мошка летает задолбала. Проснулись. Сейчас 8 часов утра. Сейчас что-нибудь быстренько перекусим. И пойдем копать. Хочу показать. Вот. Жесть, сколько вчера комаров-то, блин, было. Он даже в печке их убитых сколько. Фу. Солнышко приоревает, а эти гады все равно летают. О. Это черные. А там все. Так, копаем, друзья. Продолжаем наш шур. Вроде сигнальчик. Сейчас глянем. Пока вот засов такой нашли. Керамика идет. Копаем дальше. Так, друзья, ну что-то этот шурш у нас не задался. Накопали гильз только всяких. Решили мы переехать. Сейчас пообедаем в такой вот беседке, что сзади меня находится. И попробуем переехать на другой мотор. Пока что-то без находок. Так, друзья, мы переехали и спешу с вами поделиться. У нас монета. Так, сейчас вот подрасшурфили. Свое продолжили немножко. И вот здесь в ямке, ребята, сюда землю выбрасывал. Пином нашли. Вот такой замечательный троечок. 37-го года. Фокусируйся, ага. Сохран, ну, нормально. Немножко, конечно, с зеленью, но пойдет. Не, а так вот. Пальцами потер вообще. Вообще блестит. Хорошая монета. Копаем дальше.
хочу, куда? А? Где? Где? А, вон он. Ну а где красная голова? Ну, это вот. Уж. Это уж? Да. Что тут делаешь? Ползи, ползи. Бей его. Камни. Да, а чё? О! Аж! Теперь это откуда? Может тут везде быть? Что скажешь? Ни х** себе. Пошурши по траве там. Так, ребят, ну походу змея берегла вот такую медную какую-то пряжечку откопали. Или не пряжечку, мушка и конина х**. Хрен ее знает, да. Ошейник для змеи, домашняя змея была, да, осталась. Вот, ну медная штука, заберем. Страшно, блин, теперь копать. Страшновато. Такая жесть может случиться. Так, друзья, ну после увиденной змеи что-то желание копать пропало вообще. Поедем, наверное, домой. Так что всем пока-пока. Не забываем подписываться на канал. Кто не подписан, ставить лайки, дизлайки. Кому понравилось. До скорой встречи. И всем еще раз пока.